235 килограмм. Дагестан – один из лидеров страны по выращиванию тыквы, но фестиваль здесь проходит впервые. Фермеры со всей республики съехались на маленький праздник и привезли свою огромную продукцию на выставку. И мы видим на этой площадке, какое разнообразие тыквы выращивается в Дагестане или что можно выращивать. Мы, Дагестан – важный производитель овощей в стране. Только тыквенных мы выращиваем почти 70 тысяч тонн, в основном в личных подсобных хозяйствах. Это важное мероприятие для фермеров. Здесь собрались ученые-агрономы и практики, чтобы поделиться опытом. Фестиваль помогает оценить потенциал республики и ознакомить производителей с перспективными сортами овоща. В Дагестане первый фестиваль тыквы. Если смотреть на Европу, Америку, эти фестивали у них уже проходят давно. Плюс у нас здесь представлено 96 сортов тыкв съедобных, которую можно приобрести, приготовить, чуду, десерт. Есть тыквы декоративные. В рамках фестиваля также прошел конкурс на самую большую тыкву. Первое место занял овощ весом 260 килограмм. Победители и призеры конкурса награждены грамотами и денежными призами. Первое место. Каспий. Победил Магомед. Поздравляю, Магомед. Весит 260 килограмм. Карим Даниев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.